Я самая длинная в мире собака. Отсюда проблемы порой. Вчера я бродила по микрорайону, и только спустя 3 часа заметила, что голова лишь гуляет. Из дома я вышла не вся. В этой коллекции более 100 экспонатов, а началась она с самой настоящей живой таксы, которая неожиданно появилась в доме нынешнего директора гимназии Златы Барановой. Я никогда не мыслила, чтобы у нас в семье было какое-то животное. Но в 2000 году моя подруга близкая, когда ехала на работу, ей под колеса машины бросилась маленькая собачка. Это был щенок таксы. У моей подруги уже была собака, и поэтому она не могла ее оставить у себя. И вот привезла мне. И как только я взяла это чудо на руки, я поняла, что это мое. Вот так появилась первая собака, наша Дина. А 10 лет назад, во время туристической поездки, Злата Александровна заметила статуэтку таксы в одном из сувенирных магазинов Бельгии и подумала, что коллекционирование вполне может стать ее увлечением. Там, где я бываю, по жизни, по работе, я обязательно обращаю внимание на такие сувениры. И они достаточно часто попадаются, потому что эта порода достаточно популярна у народных умельцев, и поэтому в самых разных исполнениях можно встретить такие фигурки. Металл, керамика, стекло, текстиль, камень – материалы, из которых получаются такие забавные животные, различные. Каждый экспонат дорог и памятен владелице по-своему. И разного назначения эти собачки, просто сувениры. Есть свистульки, есть вешалки, есть пособия для детей. Например, вот эту собачку я купила в Праге, которая учит детей шнуровать. География, действительно говорю, что очень такая большая. Бельгия и Франция, и Германия, Чехия, Австрия. И там, где я бывала, даже за границей, в каждом городе мне удавалось найти такой экспонат. Это довольно популярный сувенир. По России тоже очень много. Миниатюрные таксы попадают в дом Златы Барановой разными путями. Теперь пополняет коллекцию не только она сама, но и друзья, и близкие, и даже ученики дарят статуэтки. Вот очень мне нравится такой экспонат, вот такой красивый пес. Его мне привез папа из поездки по Германии. Он купил его в Мюнхене. Такой вот прямо вот очень любимый такой песик, очень замечательный. Из польского Вроцлава очень оригинальное вот стекло печеное и проволока. Собака-сосиска. Смешное прозвище таксы прижилось во всех странах мира. Прекрасный охотник, охранник и, конечно, компаньон. Таковы представители этой породы. У нас появилась вторая собака. Сейчас она у нас уже живет 10 лет. Мало того, наша собака Берта стала мамой для котенка, которого она нашла 3 года назад и теперь воспитывает. То есть в нашей семье теперь и собака, и кошка. И вы знаете, это здорово. Это не проблема. Это такое счастье, такая любовь. Поэтому всем вообще желаю рассмотреть возможность иметь такого любимца. И даже не купить, а вот кого-то обогреть. Коллекция мини-такс расположилась в музее гимназии, и ее с удовольствием рассматривают педагоги и школьники. Когда человек раскрывается с другой стороны, через свое хобби, через свое увлечение, я думаю, что это поможет диалогу этого человека с коллегами, с учениками. Есть такса у моей бабушки, а еще есть такса у моей крестной. Я знаю, что, в общем-то, таксы очень веселые, игривые, они не могут усидеть на месте. Мне нравятся все экспонаты, потому что все они милые, разные, но при этом их что-то объединяет, какой-то, наверное, уют или что-то такое близкое. Может быть, та любовь, с которой Злата Александровна их все собирала.